Может быть, история о безграничном количестве талантов в каждом из нас. Может быть. Задавался ли ты когда-либо вопросом, зачем ты живешь? Ты – это ты. Такого, как ты, еще никогда не было и никогда не будет. Ты на многое способен. Может быть, когда-то ты что-то изобретешь, что никто еще никогда не видел. Может быть, когда-то ты будешь строить вещи, касающиеся небес. Твоя жизнь принадлежит тебе. Пробуй все, что можешь попробовать. Смотри все, что можешь увидеть. Куда бы ты ни шел, бери свои надежды и мечты с собой. И никогда не забывай, во время путешествий человек делает открытия. Может быть, ты поможешь другим в каждом дне найти прекрасное. Или, может быть, ты сможешь увлечь своим энтузиазмом других людей. Делай все с любовью, следуй своему сердцу и смотри, куда оно тебя приведет. Может быть, ты живешь, чтобы нести свет в те места, где долго было темно. Может быть, ты когда-то заступишься за тех, кто сам не может говорить. Может быть, ты живешь, чтобы помочь каким-то особенным способом, которым владеешь только ты. Что-то будет стоить тебе много усилий или забот, и не всегда будет легко. Иногда тебе будет казаться тяжело, и ты даже все испортишь. Быть может, ты упадешь. И потерпишь неудачу. Но ты снова поднимешься и станешь еще сильней и больше, потому что ты способен на гораздо больше, чем ты думаешь. Этому миру нужен твой дар, твои таланты, твои великолепные идеи. Может быть, ты находишься лишь в начале своего пути.
если ты только начинаешь понимать, чем ты хочешь заниматься и кем ты можешь стать. Что, если у тебя есть таланты, которые ты еще не открыл в себе? В тебе есть что-то сильное, даже волшебное. Все это кроется в тебе для того, чтобы совершать важные дела. Может быть, ты еще не догадываешься, что в тебе кроется. И, быть может, ты даже понятия не имеешь, насколько ты важен. Но, может быть, да, может быть, мир вечно ждал кого-то, как ты. Одно лишь ясно, ты живешь. И поэтому все возможно.